Здравствуйте! Вы находитесь на канале Тритонина. С вами я, Нина Тритиниченко. С продолжением урока «Учимся играть на баяне». Урок номер 26. Сегодня записываю на телефон. Не получается у меня сделать на камеру сразу лайв-стриминг делать, потому что что-то там, не знаю, что-то с микрофоном, ну, неважно. Итак, сегодня мы с вами будем разучивать пьесу, которая называется «Веселый сапожник. Польская народная песня». Я вам ее сейчас покажу, чтобы вы успели ее сфотографировать. Так. Вот таким образом. И даже еще можно немножко ближе. Надеюсь, у вас было достаточно времени, чтобы сделать фотографию этой песни. Потому что вам придется учить по нотам. Итак, у нас с вами достаточно много нового в этой пьесе сегодня. Сейчас я вам буду рассказывать, показывать, потом сыграю. Ну, все как обычно. Итак, если вы посмотрите на эту пьесу, у нас здесь есть восьмушки. Вот у нас скрипичный ключ, да? Вот у нас восьмые ноты. И в левой руке тоже у нас идут восьмые ноты. Бас, аккорд, бас, аккорд, бас, аккорд, бас, аккорд и так далее. Что у нас здесь еще есть? У нас с вами здесь есть знак легато. Вот, то есть надо играть связно. И у нас с вами есть знаки стаккато. Вот, видите, тут такие над нотами точки. Это значит, надо играть стаккато или отрывисто. Так, что у нас здесь еще? У нас динамика, темп. Ага. Темп у нас живо, виваче это живо. И динамика меццофорте, то есть с какой громкостью нужно играть. Вот написано, видите, МФ, это значит меццофорте. Размер у нас с вами две четверти, то есть две четвертные ноты в каждом такте. Так, считаем. Раз и два и, да? Так, еще раз. Раз и два и, раз и два и, раз и два и, раз и два и так далее. Сейчас я попробую сыграть эту песенку для вас. А потом мы будем ее, как обычно, разбирать. Ну, лица моего вам сегодня не видно, но это и не важно. Главное, чтобы вам было видно сам баян, клавиатуру, и это самое главное. Так, играем. Теперь я буду играть с названием нот. Как вы, наверное, уже успели заметить, если вы посмотрите на ноты, здесь нужно играть то легато, то стаккато, и эти знаки надо обязательно соблюдать. Легато это связано, стаккато это отрывисто. Итак, играю и называю ноты. Соль, соль, ля, си, до. Меняем мех. Соль, соль, ля, си, до. Меняем мех. Фа, 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 ре, ми, 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 до. Ре, 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 си, до, ми, соль. Меняем мех. Теперь левой рукой буду играть с названием нот.
соль, бас, аккорд, соль, бас, аккорд, до, бас, аккорд, бас, аккорд, меняем их, соль, бас, аккорд, соль, бас, аккорд, до, бас, аккорд, до, бас, аккорд, фа, бас, аккорд, фа, бас, аккорд, до, бас, аккорд, до, бас, аккорд, соль, бас, аккорд, соль, бас, аккорд, до, бас, аккорд, до, бас, аккорд, меняем мех, фа, бас, мажорный аккорд, фа, бас, аккорд, до, бас, аккорд, до, бас, аккорд, соль, бас, аккорд, соль, бас, аккорд, до, бас, аккорд, аккорд. В этом произведении все аккорды мажорные. Так, дальше. Сейчас я сыграю еще раз двумя руками и буду считать. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Раз и два и. Раз. Такой у нас с вами сегодня получился урок номер 26. По ссылке в описании вы сможете найти эти ноты. Спасибо, до новых встреч в эфире, до свидания!